большое, ребят. Вы знаете, давайте мы вместе встретимся после плей-оффа. Просто сейчас для нас это еще не праздник. Мы хотели сказать, что мы с вами. Спасибо большое. Мы видим это. Мы видим это. Мы видим уже в течение всего сезона. Большое вам спасибо, что вы поддерживаете, приходите за нас. Дело в том, что ребята прекрасно понимают, что для вас это радость. Если они где-то не показались, не обижайтесь на них. Но действительно, мы сейчас очень серьезно готовимся к плей-оффу. И ваша поддержка нам нужна. Спасибо, спасибо. ЦСКА всегда будет первым! 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 ЦСКА!